Не покурить, выйти, не белье развесить. У жителей дома номер 8 по улице Колхозной закрыт один ход. Зато появился новый выход. Со второго этажа на улицу тоже можно выйти. Правда, выход этот будет немного травмоопасным. Балкон рухнул ночью, на него обрушилась наледь с крыши. Осколки льда, кирпичей и досок лежат мертвым грузом на закрытой территории. Люди не пострадали. Да и не выходят они уже на этот балкон около года, благодаря заботе ЖЭО номер 1. Они подписали специальный документ с людьми. Был какой-то документ, что там, в общем, даже крест нарисовали или вообще забили его, что туда они не выходили. Там же никто не упал. А об остальном ЖЭО позаботиться не смогло, говорят местные жители. Рядом с упавшим от наледи балконом есть упавшее и погнувшее забор дерева. А в самом доме несколько лет назад рухнул потолок. Кажется, здесь вообще ничего не держится. В 2017 году на кухне в одном крыле упал потолок. Его заделали и подперли досками. Сколько раз обращались, никаких сдвигов не было. А вроде как вот обрушилось, немножко вот подбили нам. И самое главное, что спросили, трупы есть? Вот были бы трупы, может, нас быстрее бы отсюда вывели. А трупов нет, значит, можно жить и дальше. А как жить? Все рушится, все валится. Вон, у соседки в комнате обрушилось, там тоже потолок грохнулся. В общем, не знаю. А в каждой квартире на втором этаже протекает крыша. В каждой. Все отвалит, вся чернота на тот угол затекает. Там розетка, может в любой момент замкнуть. Поврежденная мебель, обои, потолок. Проблемы схожие в каждой комнате. Что еще хуже, сам дом на ладан дышит. Вон, все углы сотал. Есть во всем этом и светлая полоса, но в груди образовавшейся пыли от падения балкона, потолка, протекающей крыши, свет этот заметить сложно. Дом признан аварийным, и жители планируют расселить. И он вообще аварийный, его должны расселить. Он вроде бы как говорит, что в этом году, в 19-м. А то, что там разваливаются, и вы что, как будто этот один такой дом в Рязани, таких домов миллион в Рязани. И все они разваливаются, и их всех не расселяют. Обещались даже в 2019-м. Правда, год только начался, и когда жильцов ждет долгожданное расселение, неизвестно. Но здесь не то, что они, почтальоны, ходить боятся. Страшно, очень страшно ходить. Даже у них в подъезде лестницы такие страшные. Туда вот мы пенсию носим. Очень страшно ходить. Вообще невыносимо. Я не знаю, как еще можно смотреть вот на это безобразие. Это очень тяжело. Внутри обломанные кирпичи и рухнувший потолок. Снаружи сломанный фасад, рухнувший балкон и его пока что живые собратья. Правда, сам остов у них испещрен трещинами, а над ними нависают глыбы льда, которые при падении могут унести с собой не только балкон, но и человеческую жизнь. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город».